ГКНБ 10 декабря пресечен очередной канал поставки и распространения синтетических наркотиков. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны два члена международной наркогруппировки. Так, на автотрассе КПП Акжолов-Дорожный Бишкек вблизи селом Константинов Коломединского района были задержаны двое иностранных граждан с наркотиками синтетического происхождения мефедрон общим весом 2 килограмма 800 граммов. Рыночная цена за 1 грамм данного вещества составляет 6 тысяч сомов. Стоимость изъятого наркогруза на территории Кыргызстана составляет около 15 миллионов сомов или 168 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело. Задержанные иностранные лица водворены в СИЗО ГКНБ на время проведения следственных мероприятий. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов данного наркоканала, а также ведется активная работа в этом направлении.